Оба, еще раз привет. С вами опять доктор Влад, и я даже не стал переодеваться. Я хочу записать ролик. У нас тут разговор зашел на моем канале YouTube. Почему я так рано встаю? Да, ну я встаю действительно рано, я встаю в 4 утра. Вот, и всегда ли такое было, и, ну, вообще вот про жаворонков, про сов и так далее. Вот я сегодня на своем сайте, доктор Влад, да, значит, опубликовал статью «Как стать жаворонком». Чужая статья. Вот, ну здесь все так хорошо рассказывается. Высыпайтесь, режим, начните с малого, никаких отсрочек и так далее. Посмотрите, да. Ну а я про себя скажу, вот как у меня получилось. Дело в том, что я совой всегда был в Саратове, да. Вот. И любил до ночи засидеться, а с утра попозже, потому что я на работу очень давно не хожу на такую вот, на государственную службу. У меня всегда пациенты ко мне приходят. Я очень устроился хорошо еще в Саратове. Вот, и здесь продолжил, да. А сюда вот когда приехал, вы знаете, вот у меня такое было интересное чувство. Первое чувство, чего же я сюда пораньше-то не приехал, а? А приехал только в 49 лет, да? А потом мне стало жалко времени, понимаете? Вот жалко времени. Вот, и я старался все пораньше встать, пораньше, чтобы вот я с утра встал, а я уже в Америке, понимаете? Вот такая ерунда какая-то. Тем более здесь вот встают очень рано, в деревнях, в американцах очень рано встают. Вот. И вот это как-то все вместе, да, намешалось, и я решил, значит, ну, а если рано встаешь, значит, ну, нужно пораньше ложиться, да, и вот так вот у меня как-то я постепенно стал жаворонком, вот. Ну, я еще, знаете, что хочу сказать, наверное, мне, может, еще немножко повезло, я сам дальневосточник, и вот я в Саратове, ну, родился на Дальнем Востоке, там, возле Находки, вот, и я еще в Саратове заметил, вот если у меня день не задался, да, я жду просто вот до 3-4 часов дня, да, и у меня как-то раз, и все хорошо получается. Видимо, день меняется, или, видимо, там вот это вот уже на Дальнем Востоке новый день, да, и вот у меня новый день в Саратове начинался после обеда. Вот, а здесь, наверное, как-то это вот у меня очень хорошо сложилось, и я теперь вот жаворонок, причем такой радостный жаворонок, не то, что мне это трудно, рано ложиться и рано вставать. И, наоборот, это хорошо. И действительно, ребят, гораздо больше успеваешь, да, день начинается рано. Вот, и у меня все хорошо, и чего вам желаю тоже. Будут еще ролики сегодня, наверное, может быть и нет. До свидания, с вами был доктор Влад.